снять хиджаб, это для меня вообще смерть, это. Улем, да? Не знаю, вот. Я не могу снять. Я знаю, что это опасно, но опасно в ад попасть. Да, в ад попасть, это очень опасно. Это Божий приказ. Поэтому я, не дай Бог, я до смерти буду так ходить. Мне при Союзе тоже нелегко было жить. Тогда дедушка постоянно мне говорил, не говори нигде, вот в школе тоже никому не говори, что ты намаз читаешь, что я тебя учил на это, а то меня посадят. А при Каримове вообще хуже стало. Вообще хуже стало. Посадили моего мужа. Постоянно упрекали, вот я так как хожу вот в этом... в обрядном платье, вот хиджаб ношу, постоянно тоже упрекали меня. Милиция звали, постоянно говорили, чтобы я сняла вот это. Постоянно домой приходили милиции, из милиции. Тоже нехорошо жили при Каримове тоже. А при Мирзиеве вообще меня всей семьей посадили в тюрьму. Пытали нас, били, пытали. Узакова Мида, она моя дочка, вторая дочка, младшая дочка. У нее 5 детей, у той дочки тоже, Узакова Азиза тоже 5 детей, у сына 4 детей. У меня 3 детей. 2 дочки и 1 сын. Мухаммад Амин. Меня зовут Узакова Насиба Зикируллаевна. Родилась в Ташкенте. 1966 года рождения. Училась в средней школе. Поступила в училище, в медучилище. В 1985 году вышла замуж за Узакова Абдурахмана. Я выросла в чисто мусульманской семье. Я пока еще не ходила в школу, ну, лет 5-6, наверное, мне было. Я выучила несколько сура по Корану. У меня дедушка был мусульманином и хоракя. Он постоянно читал намаз, Коран читал. До школы, вот до 7 лет, несколько сура я выучила. И намаз читать с 11 лет я намаз читать начала. В 91 году я там начала носить хиджаб. Тогда очень редко были женщины так носили. Даже люди на улице остановились, удивлялись, смотрели, удивлялись. Вот молодая, как бабушка оделась, говорили мне в то время. Но в Коране, оказывается, это Божий приказ женщинам, чтобы все женщины так ходили в хиджабе. При Каримове вначале легко было, никто на это не обращали внимания. А так как начали мусульман сажать в 2000 году, что ли, вот начался там. Дочки тоже у меня носили, платки носили в школу. Вот постоянно директора меня вызывали, чтобы они сняли платок. Милиция к нам приходили, из милиции там.
Bundan battarlarga uchraymiz endi agar biz har xil hodisalar bilan mashaqqa kelishaversak, bundan battariga uchraymiz. Shuning uchun bitta turgan narsani amalga oshirishlik kerak bo'ladi haqiqatda. В 2000 году мужа посадили, не знаем почему даже. Его забирают и ставят ему 159-ю статью, 244-ю статью. Там терроризм, экстремизм. В общем, он 18 лет там сидел, просидел. Пришлось самой воспитать детей. Класс окончила, поступила в медучилище, общий медсестринский курс, училась, санитаркой работала сначала, 7 лет проработала в медицине, потом уже дома с детьми, в махалле, там помогала, кому укол делала, кому давление измеряла, детям массаж делала, так как мужа посадили, я сама семью, с финансовой стороны я сама содержала семью, но очень было трудно в то время, очень было трудно. Даже вот на хлеб вот не хватало денег, но мы никому не жаловались, только Богу молились. Слава Богу, сейчас муж пришел, работает, сын работает сейчас. Ну, все равно не хватает, но что делать? Воровать же не будем. Грех. Грех. Очень большой грех. Потом в 2017 году, 13 ноября, ко мне приходят домой милиционеры без формы. Стучали дверь, открыли, там сказали, что проверка паспорта. Ну, мы показали паспорт, потом они сказали со всей семьей, нас пригласили в Махалинский комитет. Оттуда нас забрали в ГУВД, там начали нас бить и пытать. Про какие-то листовки они нас спрашивали. А я даже видеть не знала, даже не видела их. Знать не знала про эти листовки. А он постоянно говорит, говорит, и меня бьет постоянно. А я не знаю, про чем я должна говорить. И он меня так избивал. Потом около меня раздели дочку. Там два мужика ее держали. Один мужик, наручники одели, я сидела в стульчике, он меня сзади держал. Беременные женщины избили, и ее, и меня. По голове вот так вот кулаком бьет, говорит, пиши, говорит, пиши, говорит. Я говорю, чего писать? Я занималась хосбет тахрири, там листовки раздавала. Диктовали и заставляли, чтобы я писала. А рядом кабинет там, сына бьют постоянно. Пиши, говорит, сейчас, говорит, убьем твоего сына. И дочку, говорит, убьем. Потом подписала. Потом уже они приостановились, вот это все. Было такое, что я не могла сидеть спокойно. Был тик, и я все время повторяла одни и те же движения, вперед и назад, даже когда сидела. Это был невроз, пребывала в состоянии шока. Когда со мной пытались заговорить сокамерницей, я их не слышала. Сама я была очень спокойной, но сейчас стала раздражительной. Стала кричать на детей, когда они шумят и капризничают. Это следствие того пережитого стресса. За 18 дней, которые я провела за решеткой, от одной фразы «Узакова, на выход!» меня бросало в страх. Это означало, что снова будут допрашивать, и снова будут бить и давить психологически. Говорили «Сейчас тебя разденем, снимем на видео и зальем в интернет». Ну или грозились изнасиловать. Зорлимас.
Я была в положении, и после рождения ребенка на нем отразился пережитый стресс. Он до сих пор не говорит. Ему 3 года, но он до сих пор ходит в подгузники, у него слабая реакция. Его нужно лечить, а денег у нас нет. Только за пана? Только за пана? Там 18 кун ман отырып чықтым, 15 кун хожайыным отырып чықтыла. Я провела за решеткой 18 дней. Мой муж отсидел 15. Нас выпустили под домашний арест. В тот же день мне позвонила свекровь и сказала, чтобы мы не возвращались к ним домой. Она сказала, что боится за своих младших детей, что их тоже начнут вызывать в милицию. Так я решила, что мы должны временно пожить у моих родителей. Муж прожил тут с нами около недели и съехал в общежитие. У узбеков есть понятие «ичкуё». Это считается позором – жить зятю в доме родителей жены. Забрать меня и детей он не смог. Там, где он живет, нет никаких условий. Все это время я живу у родителей. С детьми ютимся в одной маленькой комнате, и нам тесно. После суда услышала, что старшего зятя, младшего зятя тоже забрали, тоже допрашивали, били, пытали невесту тоже с детьми, 5 детьми, до 10 часов допрашивали. Детям не есть, не пить, ничего не давали. Сняли с головы платок, били ее. После этого она 3 месяца очень сильно болела неврологическим болезням. Ее родители насовсем забрали ее от нас. Сейчас ваш сын без жены. Да, да. Он с да, вами живет. Да, да, без жены. Ташкентский район, Липина считается. Сколько вообще вам хватает на жизнь? Так, муж зарабатывает 250-300 долларов зарабатывает. Муж? Муж, да, в месяц. Вот это мы тратим на все коммуналки, надо платить. На лекарства, на еду, на одежду. В общем, не хватает. 350 долларов на сколько человек? На 9 человек. Кто у меня сейчас родился, это у меня аутист. Сейчас вот уже он спит уже. Ему на лечение надо сейчас. Сын немножко зарабатывает. 1,5 миллиона он платит алименты каждый месяц на детей своих. Ну, где-то 2 миллиона зарабатывает. 500 ему не хватает. Дом продала, 2000 долларов своему брату отдала, старшему. Пока, говорю, у себя держи, говорю, я дом найду, хочу дом купить на это. Потом они меня спрашивают, говорят, оказывается, ты дом продала. Где эти деньги? Я говорю, у брата. Они говорят, значит, говорят, эти деньги, говорят, принадлежит, говорят, вот эта организация Хизбут Тахрир, говорит. После этого допросы кончились. Меня отправляют 6 декабря в Таштюрму. В этот же день, 6 декабря, к брату 2 мужика приходят. Это, оказывается, друзья следователя были. Следователь захотел вот эти деньги отобрать от меня, он послал своих друзей. Он говорит, помощники следователя, дайте вот эти деньги нам, мы вас тоже посадим. Его пугали. Угу. И он испугался, отдал вот эти деньги. Потом берет эти деньги, 7000 долларов, 3500 долларов он своим друзьям отдал. Под 3,5, 7000 долларов. А 13000 он себе взял. Машину купил, оказывается, а потом после услышала. Потом дочка пошла, говорит, дядя, вместе они написали, пошли в МВД, там допрашивали их. После приказа президента 50 человек из МВД мои деньги искали. Оказывается, 20000. Через месяц там выходят, оказывается, следователь брал вот эти деньги. Но иск они, полностью они заплатили, но их не посадили дальше.
очнулась? 22 дня я находилась в ГУВД в подвале. Меня тоже 12 дней били. В 18 году, 9 июля нас освободили. Из зала суда пустили на надзор. Вообще-то нас были освободить по-чистому. Должны были снять статьи. Но нас статью не сняли. Кажется, после 8 месяцев я... В каком месте? Вот с ноября я там сидела, там отопления не было. Та же тюрьме, а там же бетонные стены. У меня почки опять заболели. Пришлось опять хиджаму получать, гиротерапию. Сейчас уже нормально. Детям, внукам тоже делаю. Уже собиралась сколько времени, вот ему надо особенно. Нервный стал он у меня. Нервный стал. Поэтому я хочу ему поделать. Корейские, очень хорошие. Так, обрабатываем сперва. 96 спирт это у нас. Обрабатываем банки со спиртом. Все у нас стерильно делается. Так, мне удобно резать вот половину лезвия, пол лезвия. 10 лет я этим занимаюсь. Слава Богу, сама выздоровела. Это вообще хорошая вещь. Это по пророку, по сунне это делается. Очень хороший, полезный. Я всем бы рекомендовала бы вот этот кровоиспускание. Хиджаб это полностью надо вот так вот длинно, и руки вот длинные, рукав тоже длинный, и само вот одеяние вот это длинное, халат длинный. Вот это хиджаб называется, это халат верхняя одежда. А кто вот это просто так коротко оделся и платок завязал, это не называется хиджаб. Сейчас стало возможным носить исламскую одежду? Нам никто пока ничего не говорит. Но я в Ютубе там услышала, что опять идет запрет. Уже год я вот вижу, запрета нет. А сейчас вот опять слухи идут. Платки там носить нельзя, хиджаб носить нельзя. Каждому внуку, внучку я отдельно вот в пакетиках отдельные подарки делаю. Вот как в Новом году делают же, вот так же я сладости покупаю и туда же подарки разложу. Сколько это стоит? 15 или 16 тысяч? Дай примерить. Я бы хотела сюрприз сделать, но так как у нас сегодня не получился сюрприз, но я все равно на хаид для него купила. Здесь членов много хизбутов? В Узбекистане много, да. Много. Членов очень много, да. Очень много. И они действительно представляют какую-то опасность? Нет. Я не думаю опасность. Потому что они чисто религиозные, чисто мусульманы, чисто исламские люди. 11 человек с моим мужем были осуждены по этой статье за членство в Хизбут-Тахрир. Но ни один из них не был плохим. Никто не планировал захватить власть.
И вы, получается, тоже по незнанию были в Хизбут Тахрир? Да. Да, да, по незнанию было. Но я считаю себя только мусульманкой. Боговерующей мусульманкой. Я все время себя так считала. Боговерующая мусульманка. Вы не Хизбут Тахрир? Нет. Тираны, не найдя вины благочестивой мусульманки, кроме слов «Мой Господь Аллах», не смогли придумать ничего, кроме беспочвенных обвинений. Эти деспоты и сами знают, что мусульмане – не преступники. Если бы они хотя бы почувствовали запах их вины, это бы уже гремело на весь мир. Неверные с помощью клеветы и лжи хотят... Так как в Узбекистане уже 80%, наверное, вот мусульман. Мусульманам вообще нелегко жить. Постоянно упрекают. Вот... то мужчины бороду носят сейчас. На бороду тоже упрекают. Бывали такие периоды, когда сбривали, да? Да, да, бывали такие периоды. Даже забирали. Забирали в РУВД, заставляли бриться. Жестче Каримов боролся с исламом, тем да. Он крепчал. Тем, да, крепчал, да. Все больше и больше становится мусульман. Раньше так не было. Это, наверное, от Бога все идет. Ну вот то, что ваши внуки или дети повторят вашу судьбу, это как-то не заставляет вас задуматься? Я задумываюсь, но, скорее всего, я от чего боюсь? Но жизнь коротка. Мы все равно все уйдем отсюда. На том свете есть ад и рай. Бог в Коране говорит, кто будет Богу веренным, кто делает приказы Бога, вот тот попадет в рай. Ваша мечта сейчас, чтобы ваши дети свободно ходили в мечеть? Да, свободно ходили в мечеть, свободно. Вот религиозные обычаи все, хаид байрам, чтобы делали, уразу держали, намаз читали, Коран читали, Богу угодили, чтобы. Я так хочу. Никто из них сейчас не ходит в мечеть? Нет, никто не ходит, потому что не разрешают. Там милиция стоит около двери, не разрешают у нас. Трудное положение. Дочка бездомная осталась, дети без дома, внуки. Она с мужем в отдельности живет, а сына вообще развод у него после этого случая. Я вообще даже не хочу жить в этом государстве. Хочется к Богу уйти, скорее хочется к Богу уйти. А вы не боитесь, что после выхода этого материала у вас могут быть проблемы? Могут быть проблемы. Да, могут быть проблемы. Не знаю, могут быть. У нас такое государство.